Чувашии прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО среди школьников 11-15 лет. 27 июня в поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашии состоялся региональный этап летнего фестиваля ГТО среди учащихся. Участниками фестиваля стали около 70 школьников в возрасте от 11 до 15 лет. Все они показали хорошие результаты. Победители и призеры регионального фестиваля ГТО были награждены дипломами и медалями Минспорта Чувашии. Финал летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций будет проходить с 18 октября по 7 ноября в Международном детском центре «Артек». 8.